Всех приветствую на своем YouTube-канале. Вот и наступил новый 2021 год. За окном 1 января, 8 вечера, и сегодня я подвожу итоги прошлого и строю планы на этот год. 2020 год был очень тяжелый во всех аспектах нашей жизни. Но канал у меня про сады и огороды, поэтому политику, коронавирус, рост цен освещать не буду. Для нас самое главное – это погода. А будет погода, будет и урожай. Весна выдалась очень теплой и предвещала отличное начало дачного сезона. Однако с середины мая в Ярославле установилась очень холодная, сырая, с ночными заморозками погода, которая затормозила рост абсолютно всех растений. Заморозки убили весь урожай жимолости, яблок, вишни и ранней сливы. Короче, всего, что цветет в этот период. Собачий холод мая резко сменился на удушливый зной в июне. Резкий перепад холода на тепло опять поверг в шок все растения на моем участке. Первая половина июля была очень комфортной, а вторая принесла ливневые дожди и ночные похолодания, из-за чего многообещающий картофан полностью погиб из-за фитофторы. Но за счет ранней посадки в начале мая он более-менее сумел вызреть. В общем, на еду накопал. Сейчас перечислю культуры, которые дали хороший урожай. Это капуста, кабачки, кукуруза, черная редька и красная смородина. Средний результат у свеклы, огурцов, дайкона, репчатого лука, подсолнечника, клубники, черной смородины, тыквы и сливы. Очень плохо у картошки, морковки, перцев, арбузов, дыни, яблок и вишни. В целом урожай сильно ниже среднего. Центральным проектом сезона 2020 была кукуруза. В этом году планирую на эту должность картофель. Буду очень сильно ухаживать и очень много снимать. Цель – получить отличный урожай. В завершении еще раз всех поздравляю с наступившим Новым годом. Всем желаю здоровья, счастья, удачи и отменных урожаев. Пусть у вас все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Увидимся в новом выпуске в то же время, в тот же час.